Крупное ДТП с участием сразу двух десятков машин произошло в Дагестане. Об этом сообщил руководитель группы безопасности дорожного движения УГИБДД при МВД по Дагестану Исамагомед Султанов. Водитель груженного КАМАЗа около авторынка в Хасавюрте не справился с управлением и врезался во впереди стоящую колонну из 20 машин. В результате происшествия 4 человека госпитализированы с различными травмами.